Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет распаковочка, так сказать. Я купил себе новый коврик и Wi-Fi, потому что мой Wi-Fi старый, ему уже 5 лет, и он не пропускает скорость 100 кбит в секунду, и поэтому было решено решение купить новый. Он пропускает 300 мегабит в секунду. Мегабит в секунду и до 433 мегабита в секунду. Буквально забрал с почты, короче. Вот коврик, вот такой вот. А вот этот Wi-Fi. Сейчас я вам покажу чеки все, в принципе, чтобы видели. Так, вот чеки у нас, в принципе, все показано. Так, Wi-Fi, да? Не, коврик. Коврик стоил 349 гривен. В рублях это где-то почти 1000 рублей. А вот Wi-Fi стоил 800 гривен. Это где-то почти 2000 рублей тоже. Все здесь у нас написано. В общей сумме вышло 1148 гривен. Вот столько вышло, в принципе. Давайте распакуем. Наверное, первый у нас будет коврик, в принципе. Вон такой вот кейс находится. Вот такой вот кейс, в принципе, большой. Кейсик у нас вот такой вот красивый. Вот фирма такая, Attach. У меня, кто не знает, клавиатура просто Attach. Поэтому вот. Значок тоже Attach. В принципе. Поэтому все как-то так. Это вот старый коврик мой. Тоже Attach, по-моему, да? Короче, все, в принципе, Attach. Давайте распакуем коврик. Скажу вам сразу, я там не какой-то супер топовый блогер. Я такое снимать не умею толком, поэтому как-то так. Вот коврик у нас вот так вот открывается, коробочка такая, вот, и достается коврик. Вот так вот его достаем. Он еще в какой-то фольге, как бы распечатать еще. Сейчас распечатаем, в принципе. А вот так вот. Оп. Все сюда убираем, чтобы нам не мешало, в принципе. Вот коврик, вот такой он, прорезиненный, расшитый коврик, в принципе, вот такой вот прикольный. Здесь у нас вот такая вот рука нарисована, логотип фирмы, ну такой хорошенький, да, хорошенький ковер, в принципе, думаю, будет служить нормально нам, точнее мне. Так, с ковриком разобрались, давайте теперь Wi-Fi возьмем, я пока что вот так скручу и положу на диван. Так, Wi-Fi теперь давайте откроем. Так, вот Wi-Fi у нас такой, оп, он какой-то двухзонный там, в принципе. Сейчас почитаем, там инструкция должна быть. Так, конечно, до хера всего. Так, кстати, вот Wi-Fi старый, сейчас вам покажу. Вот он, старый Wi-Fi, ему уже 5 лет, поэтому его нужно менять срочно. Это новый Wi-Fi. Какой нам, в принципе, будет служить? Я думаю, он будет пропускать, просто я подключил все 100 кбит в секунду, у меня было, по-моему, 40 до этого. И ни хера не поменялось. Нужно, в принципе, так, так он открывается. Вот так вот. А вот коробочка. Достаем. Так, коробку ставим сюда. Вот такой он коробки, в принципе. Это у нас, я так понимаю, инструкция. Вот такая вот. Ну, нормальная, что. Мы потом посмотрим. Так, еще какая-то инструкция. Конечно, очень мелко. Вот такая вот тоже инструкция, короче. Тоже сюда ложим. И вот сама тоже инструкция, в принципе, какая-то. А вот сам Wi-Fi у нас. Да, три антенны все-таки здесь. А я, когда покупал, заказывал, было типа написано, что две антенны. Я не знаю, почему три.
Но тем лучше, в принципе. Вот так вот он выглядит. Ну, конечно, здоровенный. Вот такой вот красавец. Тоже TP-Link. В принципе, тот TP-Link, кстати, тоже. У него три антенны, целых три антенны. Блин. Это жестко, я вам скажу. Просто три антенны. Он будет ловить реально жестко просто. Смотрите. Три антенки вот такие вот. Так, что тут у нас написано? 9 вольт, в принципе. Двухдиапазонный Wi-Fi это. Wi-Fi роутер. Модель Arter C20. Окей, так. Угу. Имя пользователя потом надо будет сделать и так далее. В принципе, окей. Здесь такая пленочка есть, но я не буду, наверное, раздирать. Пусть будет. Такая пленочка. Так, что у нас здесь еще есть? Давайте посмотрим. Еще одна инструкция. А вот, руководство по быстрой настройке есть. Вот. Руководство вот такое вот есть. Конечно, вот два провода вот таких вот, в принципе. Ну, на том Wi-Fi тоже есть такое. Так, и это вставлять надо Wi-Fi, зарядка, в принципе. Ну, подключение. Вот такой провод. В принципе, все нормально. Все нормально. Ну вот такой вот был, пацаны, обзор. В принципе, я вам показал, что и как. Думаю, вы оценили. Так что всем спасибо за просмотр. Там ставьте лайки. Вот коврик, кстати, вот так вот сделаем. Вот коврик. В принципе, все это я сейчас буду Wi-Fi ставить, коврик менять на новый. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ножнички, так. Ну и ждите подробный обзор стола, потому что я давно обещал. Как раз обновки. Все увидите в новой, в красивой. Все будет красиво, короче. На этом у меня все. Всем пока-пока.